Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова, и это уже третий заказ из каталога Oriflame номер 12. И почему решили снять видео с заказом? Вроде бы, ну, заказывают практически одну и ту же продукцию. Но я хочу вам показать, что даже летом заказов может быть очень много. Потому что мне этот вопрос задают постоянно. А у вас упали продажи летом? Ну, нет. Этот заказ на 101 балл, а всего суммарно в этом каталоге пока еще получилось на 480 баллов заказов в сумме. Итак, что же заказывают и почему заказывают, буду рассказывать. Кстати, в этом заказе многое взяла для себя. И, к моему большому сожалению, уже закончилась маска-пленка черная. Ну, я думаю, она появится. Обязательно появится, потому что она еще и в следующем каталоге тоже будет по акции с такой же скидкой. Поэтому еще успеем сделать запас. Что я себе взяла про запас? Как я вам уже показывала ранее, мне очень понравился шампунь и кондиционер из серии «Мед и молоко». Вот такие вот красивые флакончики. Итак, кондиционер белый, шампунь золотистый. И идеальное вот сочетание ухода, питания и аромата тоже, потому что для меня аромат тоже играет большую роль, как, кстати, и упаковка. Я люблю красивые упаковки. Так вот, это сочетание мне очень понравилось, и я хочу сразу сказать, что такая комбинация подойдет идеально для обладательниц сухих волос, сухой кожи головы, то есть волосы окрашенные, сожженные, травмированные, пересушенные, а особенно после лета. И кто был на море, я думаю, что у многих волосы немножечко, да, стали похуже, потому что, ну, как ни крути, но солнце и морская соленая вода, они влияют не всегда положительно на волосы. То есть волосы нужно защищать. Поэтому я себе взяла 3 бальзама и еще один шампунь. Далее. У нас есть спецпредложение для участников премьер-клуба. И я, посмотрев спецпредложение, очень впечатлилась. Мне понравилось то, что появилась пена для ванны 500 мл. И у нее такая хорошая цена, по-моему, 199 рублей. Точно не помню. Ну, это по цене каталога, то есть со скидкой еще дешевле. Классная штука, и я этот продукт использовала не только как пену для ванны, но и как гель для душа. Потому что, ну, мне нравится аромат, мне нравится, какой он концентрированный, дает классную пену. Ну и просто приятный, красивый флакон. У меня уже таких штуки 3-4 было, поэтому с удовольствием вернулась к этому продукту, да еще и с хорошей скидкой. Под заказ у меня здесь крем, тоже со спецпредложения, мед и молоко. Именно вот такой праздничная коллекция. Тоже у меня постоянно его заказывают несколько клиенток, его обожают. И я сама его люблю, но так у нас постоянно выходят новые ароматы, новые продукты. Я все время экспериментирую, пробую новое. Но периодически я возвращаюсь к этому крему, потому что у него и качество классное, и мне нравится эта упаковка, удобная такая большая банка. Но мне, кстати, такой банки хватает, ну, на 1,5–2 месяца. Я очень много использую кремы, лосьоны для тела. Ну, вот такая штука украшает, конечно, столик. Так, что-то у меня еще есть спецпредложение. Да, вот, по-моему, вот этот продукт. Это мой любимчик, средство для интимной гигиены. Мне он нравится больше всех наших продуктов вот из этой линейки, хотя он получается дороже в 2-3 раза, наверное, выходит. Но по акции и спецпредложению он получился достаточно выгодно, поэтому я себе его заказала. Очень люблю этот продукт. Так, что-то еще у меня есть спецпредложение. Да, кстати, было спецпредложение по 18 августа, когда можно было при заказе на 500 рублей заказать такой аромат. Там еще некоторые продукты были, но вот мне заказала клиентка этот аромат. Как получилось? Я сама этот парфюм, то есть туалетную воду, себе взяла. И мне очень нравится, уже практически заканчивается, там осталось прям чуть-чуть на донышке. И я дала просто попробовать, сказала, что сейчас его можно приобрести по выгодной цене, и сразу получила заказ. То есть что нужно делать? Нужно двигать в массы информацию про акции, про распродажи, про спецпредложения. То есть нужно самим проявлять максимальную активность, и тогда ваши клиенты тоже будут вовлечены. Я, кстати, очень многим рекомендую использовать чаты в Вайбе или WhatsApp для того, чтобы добавить туда всех своих знакомых, родственников. И одним движением, да, одной кнопочкой информировать сразу большое количество людей об акциях, спецпредложениях.
Так, кстати, вот то же средство из предыдущей коллекции с чайным деревом против прыщей. Это двухсторонняя такая помада, которая лечит и тонирует. Тоже у меня на нее есть постоянная клиентка, которая очень огорчилась, узнав, что серию обновили, и сейчас вот такой помады нет. Кстати, может быть, она тоже, ну, впоследствии будет добавлена в новую коллекцию, но я ей сказала, что спецпредложение есть, и она сразу его заказала, хотя недавно брала тоже. Так, что-то еще сейчас посмотрю внимательно. Для волос я сейчас заказала маску, тоже для себя. Кстати, может быть, еще надо будет заказать, потому что маской мы пользуемся всей семьей, и у нас большой расход и бальзамов для волос, и масок. Далее заказали мне тональную основу, это натуральный беж, тоже под заказ. Клиентка очень любит этот тон антивозрастной. Обратите внимание, в этом каталоге всего 499 рублей. Сногсшибательно привлекательная цена, поэтому нужно тоже об этом рассказывать. Так, тоже под заказ крем мед и молоко, это ночной вариант. Их два, день и ночь, и я тоже его рекомендую клиенткам, у которых сухая кожа или нормальная, склонная к сухости, потому что он действительно хорошо разглаживает, питает кожу и имеет приятный аромат. Так, и также со спецпредложения взяла два крема для рук, это у нас с розой. Очень, мне нравится дизайн и цена, по-моему, всего 69 рублей. Так вот, я такие кремы беру всегда на подарки клиентам, которые делают, ну, приличные заказы. То есть, если на 1000 делают заказ, то я уже кладу такие хорошие подарочки, мыло, вкусное, крем для рук. И стараюсь разнообразить, потому что, ну, чтобы одно и то же не вкладывать в заказы, а чтобы было какое-то разнообразие. Чередую и стараюсь запоминать, кому я что подарила. Так, это тоже под заказ, детский наборчик, зубная паста и щеточка. Щетка, кстати, здесь на присосках. И дети очень любят ее лепить к стенам, на раковину, на зеркало. То есть эта щетка, она как игрушка. А детей нужно приучать к дисциплине, к порядку, всегда в игровой форме, чтобы им было весело, интересно и забавно. Поэтому используйте вот такой тоже вариант, можно рассказать клиентам, как используешь? Это не просто зубная щетка, а это очень крутая игрушка. Видите, у меня тут присосочки. Ну, и она, в принципе, сама очень симпатичная, с крокодильчиком. Тут для мальчика заказали. Так, это тоже под заказ крем для рук с алоэ. Кстати, его не было на складе, и вот он наконец-то появился. У меня клиентка его ждала. Вот понеслась сегодня заказ отдавать. Так, заказали еще термостойкую тушь с пушистой кисточкой. Кстати, не всем нравится тушь, у которой тоненькая такая щеточка. Но зато вот эта с пушистой кисточкой, она нравится всем. И эта тушь, она просто снимает с ресничек, как одежда. Нужно только такой прям теплой водичкой размягчить сначала тушь, а потом аккуратненько пальчиками просто снять. То есть у вас не будет таких вот разводов, как глазки панды, я их называю. А будет просто аккуратненько чистое личико после снятия туши. Но что самое главное, что тушь не потечет ни в море, ни в реке, ни в озере, ни под дождем, ни от слез, ни от снегопада. Поэтому это тоже очень волшебная наша тушь, которую многие любят. Так, это тоже под заказ. Одна клиентка. Кстати, та девушка, которая у меня больше всего покупает нутрикомплекс все время для волос и ногтей, прям берет по нескольку упаковок, особенно когда они со скидкой, без скидки. То есть она прям увидела результат очень крутой, потому что у нее проблемы с волосами, они тонкие, выпадают. А здесь она увидела результат, поэтому берет себе и очень любит нашу омегу. Когда я сказала, что она со скидкой, она говорит: «О, давай пока две!» И то потому что просто, ну, по финансовым ограничениям, а так, я думаю, она бы взяла их, конечно, побольше. И я заказала пробники. Тоже рекомендую всегда-всегда использовать пробники для того, чтобы дать клиентам возможность больше получить информации о продукте. Потому что, во-первых, это вас обезопасит. Если человек закажет аромат без пробника, а просто по описанию, и он ему не понравится, то вы можете потерять клиента. Ну, как говорится, лучше не рисковать, а взять вот пробники. И я взяла как раз несколько пробничков, чтобы люди могли попробовать, и заказала пробник новой помады, которая будет у нас только в следующем каталоге, она с глянцевым финишем и серии The One. И она у меня сейчас на губах, то есть я уже этот пробник попробовала и делаю так всегда для того, чтобы получить свое ощущение.
Но, как ни странно, у меня оказалось, что нижняя губа шелушится. Не знаю, почему я, кстати, не заметила. Хотя мазала бальзамом, но иногда бывает обновление кожи. Я когда нанесла помаду, мне не понравилось, у меня как-то взлохматились нижняя губа. Я полностью все стерла и нанесла праймер под помаду. И нанесла пробник на праймер. И тоже мне эффект не понравился. То есть, не знаю, ну... Я, конечно, еще похожу с этой помадой, но пока вот первые впечатления не очень мне нравятся, не очень симпатичны. И в каталоге помада выглядит намного светлее. Я рада, что я ее попробовала, потому что она безумно яркая, и мне такой оттенок точно не нужен в коллекции. А к чему я все это говорю? Даже если вы делаете покупку для себя, то тоже купите сначала тестер, опробуйте, походите, понаблюдайте, послушайте свои ощущения, комфортно, некомфортно. Не, ну так, в принципе, помада мне нравится, она не слипает вообще. То есть вот друг к другу губы вообще не прилипают, и это уже большой плюс. Но в любом случае надо еще понаблюдать, потому что прошло всего 10 минут, как я ее нанесла, и толком еще даже не поняла свои ощущения. Но уверена, что я попробую все оттенки, запишем видео, если будет такая возможность, и уже тогда точно дам свою рецензию, нравится, не нравится. Но тоже есть такой момент, что может быть то, что мне не понравится, понравится вам. Или мне понравится, вам может не понравиться. И дело не только в цвете, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. А дело в том, что у каждого человека по-разному продукт воспринимается организмом, кожей. То есть у нас у всех разный гормональный состав. Поэтому если на мне, может быть, что-то не легло или мне не понравилось, то другому человеку точно будет просто восторг от этого. Поэтому берите пробники, пробуйте, составляйте свое личное впечатление и уже основываясь на нем, делайте заказы. Благодарю вас за внимание, благодарю вас за поддержку, за то, что вы все время пишете мне обратную связь, даете, задаете много вопросов, и это меня вдохновляет на то, чтобы снимать еще больше видео и улучшать качество подачи информации. Поэтому вам огромное спасибо и до новых встреч! Всего доброго! С вами была Лилия Донского. Пока-пока! GoPro, стоп видео!